Ладно, свежие снимки. Седьмого, сегодня 11-е. Вот. Когда-то случилась катастрофа страшная. Я остался без Антоновки. Я успел спасти, успел последнюю секунду. Сосед со злобой, родственник, вернее, приедет, изувечит деревья. Все наизувечил, я успел черенок. И у меня всего лишь трехлетнее дерево, но я спас. Вот так выглядит настоящая Антоновка, любуйтесь. Она уже покрыта розовой этой, потому что я вырастил несколько поколений на Сибирках. Где все погибло на острове, когда мне сожгли сад. Вот. Соседа успел перенести, вырастил пару деревьев, искалечил так, что еще показывал их еще живые телевидению, показывал Курдюмова, угощал Турсуну Полоту Тускобилову за кафедрой, за лабу показывал, а потом соседа до конца уничтожил. И вот у меня теперь трехлетнее дерево. Все. Вот. И страшно с него, там несколько веточек на прививку, страшно брать. А мне бы их себе привить, садить некуда. А у нас в стране для этой элиты нет даже денег. Ни денег не дают, ни землю не дают. Московская грушевка. Для меня открытие. Первый урожай. Это Сергей подсуетился. Где он ее раздобыл? Не знаю. Ну, молодец. Так. Ну, то, что раньше мы называли Golden Delicious, сейчас он оказался не Golden Delicious. Пусть будет Golden Железо. Все равно я увеличил в 2 раза яблоко. Самое крупное. 540 грамм. Вот. Значит, так, розмарин. Ну, мелкие, у самой земли, там солнца не было, так и висят до сих пор. А наверху уже упали. Розмарин. Колоновидная сорт не знаю. Может, вы подскажете. Да, ребят, где сейчас взять специалистов? Тут как раз злое, потом, может быть, я где-то скопировал, не помню. Но очень злой фильм. Человек, который накупил этих колоновидок, растил, 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 их несколько пошли вот так кустищем, потому что, понятно, отмерзают верхушки. Он, кстати, не знаешь, что отмерзает. А что оно у меня вот так растет? И на нескольких нашел 2 вот таких яблочка. Хотя все сроки прошли, все обещания не выполнены. В общем, такой злой фильм, если в этом, в Яндексе. Я тут уже ни при чем. Еще одна колонна. Вот. А это богатырь. Он был бежевый. У меня есть фотографии примерно 10-летней давности. Перенес еще раз, теперь он стал красным.